Сережа. Да? Я тебя не люблю. Остались позади те мысли о любви, что были и так не нужны. Ты не настоящий. Как это? Ты хочешь быть похожим на Гумилева. И ты мечтаешь, а он не мечтал. Он путешествовал. Он писал стихи, он был ошеломительным. Он ничего не боялся, а ты? Ты даже не можешь прыгнуть в бассейне. С лестницы спускаешься. При чем здесь бассейн? И при чем, так, просто пример. Или взять твой ресторан. А что с ним? Интригующая вывеска и совершенно посредственное содержание. Такая еда есть в каждом ресторане. Тебе нравилось? Я понимаю, что я, наверное, жестоко сейчас говорю, но... Может быть, тогда не стоит говорить? Только это правда. И словно в тумане, заметая следы, без цели и смысла продолжаю идти. Я даже когда первый, я всегда последний. Внутри мешает, слишком сильно давит мыслями о том, что все ушли, оставит нож торчать в спине. Пустота во мне, все день за днем. Душа леденее, мне не согреться, согревая осколки разбитого сердца. В глазах моих печаль и под ногами лед. Больше никто не ждет меня. Разбитого сердца, в глазах моих печаль.